Здорово, пацаны. Грузить соей и надо ехать на чистку. Там, где мы семечку возили, туда мне на сою отвезти, чтобы ее перевіяли, потом загрузиться и везти на ДМ-ку. А на ДМ-ке, как я помню, сколько там? По-моему, 40 тонн не должно превышать веса вообще. Они примут. Короче, грузят сначала газончик, а потом будут грузить меня. Вот так. И мы вот так по прямой R1 впремся в канал и по нему выедем. Вот такая херня. Так, воздух есть почти. Сейчас больше накачаем и подъедем туда, станем. Туман у нас сегодня был бешеный и дождь обещают, но не на сегодня, а на выходные. Да, там побачим. Все, грузимся. Все загрузили. В тех же краях, короче, грузимся. Когда я семечку возил вот на чистку, это тот самый канал получается. Но на 3 пролета я подальше. Будем выезжать потихонечку. Интересно, сколько мы там чиститься будем. Очень интересно. Элеватор ДМ. ДМК в Таврийске. Вот так вот. Сейчас будем выезжать туда. Все, выгрузимся. Сейчас свазимся и до дома. А бати еще нема. Думаем. Здрасте. Здрасте. Воздуханчик продуем. У меня на инша флянец лопнув. 40 литров масла вылетело. Сделали флянец, потом вот вся шланга лопнула. Литров 5 потом вылетело. Все в масле, блин. Сейчас компрессор воздух накачает. Повыдуваемся и поставим назад.
вершок вчера поломав об крышу. Вырезал. Сейчас найду. Похожу. Ну, я нашел, блядь, чуть коротко. Надо буду еще пошукать.